результат справедлив, потому что Арсенал, ну, играл более концентрированно, чем мы. Поэтому результат закономерен. Кто больше имеет мотивации, тот и выиграет. Чемпионат очень ровный, поэтому результаты не знаешь, где выиграешь, а где можешь и проиграть. То, что касается нас, мы очень старались, но игра была не лучшая. Не лучше. Если мы проиграли, то мы все проиграли. Кто впечатлил, немножко попозже надо говорить, потому что сгоряча можно что угодно сказать. Надо санализировать, посмотреть. Конечно, изменения тоже сказались большие, но почему они... Ну, во-первых, ну, мы не имели ни прореагировать на то, что Фарфану там очень далеко лететь, что ему нужно немножко отдохнуть, чтобы к чемпионату подготовиться. Денисов, травма спины. И такие много нюансов всегда, когда последний матч, вернее, завершающий, не последний, завершающий чемпионата. Но и когда задача, она решена, очень так сложно поднять мотивацию на максимальную. Что и произошло. Тула – футбольный город, и люди идут на футбол, и нужно поддерживать. Футболисты молодцы, дай бог, чтобы ваши руководители поддерживали свою команду, потому что для болельщиков, для жителей Тулы Арсенал многое значит.